Всем привет, меня зовут Аня, я персональный стилист, и это канал о моде, немножко о моей жизни, и сегодня у нас с вами продолжение подготовки к лету, будем смотреть вещи в масс-маркете, именно летние вещи. Сегодня у нас будет Lime, Litchi, Love Republic, как обычно, совсем чуть-чуть Zarina и, по-моему, еще какой-то бренд. Скажу честно, Zarina, Sella, Gloria, джинсы Бифри меня не особо впечатлили. И опять же, напоминаю, это видео про необычные, интересные находки, не про базу. Поэтому базу вы здесь не увидите. Будем с вами смотреть, что есть прям, возможно, необычного в этих брендах. Собственно, как и моя футболка сегодня. Будем искать такое же необычное. Поэтому я открываю свой ноутбук. И мы с вами сейчас начнем. И я думаю, что мы начнем с вами, наверное, с Lime, потому что он был первым, кого я просматривала. И на самом деле, что я заметила, пока у меня грузится страничка, все самые интересные вещи именно в масс-маркете делают Lime и Love Republic, потому что в Zarina, в Sella, в Glory Jeans... Нет, ладно, Glory Jeans и Befree, они делают что-то интересное, но это такой более подростковый вайб. Если мы говорим про Sella и про Zarina, это более базовые вещи. Я предлагаю вам начать с Lime. Итак, первое, что мы с вами сегодня посмотрим, это сумка из новой коллекции. Стоит она 4600. Это, конечно же, искусственная кожа. В Lime сумки чаще всего это искусственная кожа. Я не помню, чтобы у них была натуральная кожа. Она выглядит классно. Есть еще черная. Такая, знаете, багетик. Вкусненький багетик. Мне она очень нравится. И цвет. Цвет-то актуальный. Поэтому советую вам обратить на нее внимание, если вдруг вы ищете себе сумку на лето. Следующее, что хочу вам показать. Леопард у нас все так же актуален, все так же носим. Это рубашка с анималистичным принтом. Она оверсайз. У нее рукав 3/4. У меня такое ощущение, как будто бы она немножко прозрачная, но вроде бы нет. Почему-то мне показалось, когда я выбирала ее, что она будет немного просвечивать. Но нет. Классная рубашка. Стоит тоже 4600. 86% лиоцел и 14% полиэстер. Выглядит очень классно. Мне нравится стилизация, которая представлена у них на сайте с этой сумкой, шортами, такой прям уже летний вайб. Хочется поскорее, конечно, тоже тепла, но не настолько, чтобы умирать от жары. Следующая вещь, которую я вам покажу, у нас сейчас в тренде теннис-кор. Вот это вот вся эстетика тенниса. И в Lime на самом деле очень много майк, очень много именно футболок пола, очень много платьев пола. И хочу вам показать вот такую вот бордовую футболку пола из хлопка. Она есть еще белая и синяя, я добавила бордовую, но потому что бордовый был трендом этого сезона, я подумала, почему бы нет. Цвет красивый, стильный, 100% хлопок это. Я бы на самом деле, если бы вот я брала себе такую футболку, я бы обыграла ее с чем-то коротким. То есть какими-то либо короткими шортами, либо короткой юбкой, возможно, даже теннисной юбкой, кстати говоря, да. Помните, она была в тренде, вот, походу. Сейчас мы ее вернем обратно. Еще одна вещь, которая на слуху последнее время, которую я постоянно везде вижу, это джинсы багги. Их очень сложно найти, именно хорошие, которые вам подойдут, но в Lime найдены джинсы. Джинсы wide leg с кристаллами стоят 10 тысяч, девочки. 10 тысяч. Lime не бюджетный бренд, но я все равно включаю его в эту подборку, потому что как-то так у нас завелось, что Lime считается масс-маркетом, хотя уже по ценам ни он, ни Love Republic в сегмент масс-маркета особо не вписывается. Но чтобы не нарушить традиции, показываю вам Lime, потому что у них действительно интересно, и если я уберу туда Lime, то у нас останется только Litchi и Love Republic, хотя оба этих бренда тоже не особо масс-маркет. В общем, широкие джинсы, выглядят они, конечно, очень круто, я бы посоветовала вам, если вам жалко давать такие деньги, найти что-то подобное на Wildberries, либо на AliExpress. Я уверена, что на AliExpress будет 100% такие же джинсы. 90% хлопок, 5 полиэстер, 5 вискоза. Джинсы сами по себе классные, но цена такая, знаете, за Lime мне было бы жалко отдавать такие деньги. Дальше у нас с вами будет комбинезон мини из кроше. Сейчас, опять же, есть тренд на прозрачность, на кружевные юбки прозрачные, на кроше. Вот вам комбинезон. Здесь он на сайте представлен в стилизации с купальником. Я на самом деле, знаете, как бы его застилизовала? Я бы надела под этот комбинезон какие-то прям экстра мини короткие шорты и какой-нибудь либо действительно лиф, либо черную майку.
либо черный топик. Мне кажется, это выглядело бы очень круто, но это, конечно же, пляжный комбинезон. Это вам как такая маленькая идея, если вдруг вы захотите купить его себе. 100% хлопок это, стоит он 8000. Вот такие вот цены нынче в России. Дальше у нас с вами платье Макси с открытой спиной из Лиоцела и льна. Почему я его добавила? Потому что у нас с вами начинается сезон выпускных, сезон свадеб. И всегда нужно какое-то платье на этот сезон, если вдруг вас позовут на свадьбу в качестве гостя, либо будете вообще невестой. Либо если у вас выпускные, у меня вот, например, ни того, ни другого нет в этом сезоне, поэтому я не особо парюсь. У меня выпускные в следующем году, я буду как в попу ужаленная искать, что мне надеть. Это 100% хлопок, подкладка. И основной материал это 55 лиоцел и 45 лен. Платье очень нежное, очень женственное. Эти завязки на спине подчеркнут вашу прекрасную спинку. Что у нас с вами дальше. Я вам сейчас покажу две вещи. Эти вещи продаются по отдельности, но как бы их можно купить, носить вместе, если вдруг вам захочется. Это рубашка из хлопка в пижамном стиле и точно такие же брюки. Так, рубашка стоит 5000 рублей, девочки. 100% хлопок это и брюки 5600. Конечно, это все можно носить и по отдельности. Идем дальше. Лайм. Ну, теперь обувь. Это сетчатые балетки с кристаллами. Стоит эта красота 7000 рублей. Очень красивые, очень нежные. В общем, очень красивые, очень нежные. Напоминают Миу Миу, точнее, не напоминают, а слизанные. Они именно с Миу Миу. Дальше у нас с вами топ-бюстье в корсетном стиле. Стоит 5000 рублей. Очень красивый, очень женственный. И мне нравится, что у него нету лямок. Понимаю, что он спереди застегивается, расстегивается, чтобы надеть спокойно его. 58% вискоза и 42% лен. Дальше у нас с вами, вот к чему я говорила про джинсы-баги. Джинсы Relaxed Fit со средней посадкой, свободного кроя. Очень классные джинсы, стоят 6000 рублей. Вот это вот уже больше похоже на баги. Опять же, когда вы покупаете джинсы-баги или что-то подобное, и вы хотите, чтобы это выглядело объемно, берите в учет то, что на модели, скорее всего, на 1-2 размера больше вещь. И уже от этого отталкивайтесь, потому что я знаю такое, что некоторые видят, как сидит на модели, думают, о, ну все, супер, покупай свой размер, а приходит и оказывается, что это сидит уже не так, как хотелось бы. Джинсы из 100% хлопка. Тут еще жилетка классная есть, но я так понимаю, она тоже есть. Жилет карго из рами хлопка. Стоит 8000 рублей. Я его не видела, когда листала. Тоже вам его советую. Очень интересно выглядит. Последняя вещь из лайма, которую я вам покажу, это кожаные босоножки с цветами. Стоит удовольствие 14000 рублей. Они очень милые, поэтому я их добавила. Они светло-розовые. Какие красивые цветочки, просто посмотрите на них. 100% натуральная кожа, между прочим. Очень нежные. И я бы, кстати говоря, посоветовала их на выпускной, если у вас какое-то, например, однотонное платье, которому по цвету пойдут эти босоножки. Прошу вас. Дальше мы с вами переходим к Love Republic. Платье бандо с объемными цветами. Удовольствие стоит 10000 рублей. Но выглядит, конечно, невероятно. Опять же, на выпускной, на свадьбу, если, например, вас позволяет дресс-код или черное платье, я прям советую вот эту красоту. В общем, в составе полиэстер и вискоза, и подкладки 3% эластана еще есть. Я бы к нему добавила какие-нибудь боты грубые, чтобы это выглядело дерзко. Она была сумасшедшей. Дальше у нас с вами платье мини скрытой спиной. Знаете, это вот прям какая-то греческая богиня. Настолько красиво это выглядит. Стоит 5600. Есть вот такой вот желтый ваниль цвет. И есть какой-то серый, темно-серый, серо-коричневый. Очень красивые платья. Давайте посмотрим с вами состав. Это 100% полиэстер. Дальше у нас с вами будет сумка-ведро со стразами. Это полиуретан и полиэстер. И отделка 100% акрил. Стоит 5600. Очень классная сумка. В общем, сумка очень стильная. Такая прям тусовочная, потому что, ну, это не для повседневной жизни, она вся в стразах, в блестках. А дальше у нас с вами юбка миди с объемными цветами. Внизу есть подкладка, и потом второй слой, это прозрачный слой. Очень сочно выглядит, у меня было что-то подобное как-то давно, но это выглядело, конечно, не так красиво. А 100% полиэстер...
подкладка полиэстер и эластан. Мне нравится стилизация на сайте с этим пиджаком и босоножками. Стоит это удовольствие 7000 рублей. Дальше у нас с вами сумка с объемными цветами. 6000 стоит. Она какая-то молочная, бежевая. Очень интересно выглядит. Я видела ее в магазине. Это 100% хлопок. Она очень интересно и необычно смотрится. Идем дальше. Последняя вещь из Love Republic — это топ с воланами. Я показывала его в своем влоге, когда снимала такой мини-шоппинг-влог, но я его не примеряла. Хотя хотела, я об этом забыла. Стоит он 4000 рублей. Очень благородно выглядит. 100% вискоза тоже, знаете, из разряда какой-то греческой богини. Вот эти вот воланы. Мне сейчас тоже хочется какие-нибудь льняные штаны, поскольку у нас лето, мне хочется чего-то прям летнего-летнего. Я прошу прощения, если вдруг кадр как-то изменился, или я сижу теперь как-то по-другому, потому что я уходила, заряжала камеру. У нас с вами Love Republic закончился, и начинается Зарина, точнее, одна единственная вещь Зарины будет. Это платье, довольно необычное платье, скажу честно, я даже сама удивлена, что я его добавила, потому что ну, оно реально интересное. Оно стоит 4000 рублей, с длинным рукавом. Сразу скажу, что такое платье подойдет девушкам с высокой контрастностью. Потому что может быть такое, что вы его наденете, и будет выглядеть так, как будто бы платье носит вас, а не вы платье. Поэтому здесь такая довольно двоякая ситуация. Нужно смотреть по тому, идет ли оно вам, чтобы вы не терялись на его фоне. Опять же, да, мы носим одежду, а не одежда нас, я всегда об этом говорю. Давайте по составу посмотрим. 85 вискоза, 15 полиэстер и подкладка 100% хлопок. Страна производитель Китай. Ну и переходим сразу к личи. У нас, в принципе, после личи больше никого нету. И первое, что я вам хочу показать, это вот такое вот просто какое-то нежное девчачье платье с юбкой баллон короткой и корсетным верхом с бантиком. Стоит 8000. Оно нереальное, скажу честно. И мне нравится стилизация с этими белыми колготками. И вообще, в принципе, я обожаю кампейны личи, потому что их лукбуки — это что-то невероятное, они снимают их за границей. По составу давайте посмотрим. Полиэстер 96 и 4 спандекс. Опять же, платье для выпускных, для свадеб. Дальше у нас с вами еще одно прозрачное платье, пляжное платье с крутой спиной, белого цвета, стоит 5800. Давайте посмотрим состав сразу. Полиэстер 59 и лен 41. Платье реально классное, его можно, в принципе, стилизовать не только на пляж, но это, опять же, для смелых. Дальше у нас с вами такие свободные шорты с контрастным поясом. Это вот имитация выглядывающих трусов, она уже была актуальна, но опять начинает набирать обороты и, собственно, уже начинает везде появляться. Стоит 4400, это удовольствие. Район 65, нейлон 20 и лен 15. Дальше у нас с вами ярусная юбка с кружевными оборками. Это все сейчас стильно, модно, актуально. Стоит 5500. Очень нежная, очень прям такая женственная. Полиэстер 70 и вискоза 30. Очень красивая юбка. Я вам ее советую однозначно. А дальше у нас с вами платье атласное. 7500 стоит удовольствие. Оно невероятное. Вот знаете, если бы у меня был выпускной в этом году, или бы я выходила замуж, вот... Ну, потому что это действительно актуальный на данный момент фасон, и это выглядит очень красиво, и для тех, кто не хочет тратить много денег на платье, например, на выпускное или свадебное, кто не хочет как-то сильно запариваться... Да, Ир? Да. Господи. Здорово. Здравствуйте. Дальше вам хочу показать кепку. Я фанатка Парижа, всей этой эстетики, моя мечта съездить однажды в Париж. Meet me in Paris. Мне надо, стоит 1800, очень классная кепка. И вообще, в принципе, кепки сейчас такой очень, даже не то что очень, а неотъемлемый элемент гардероба. Если вы хотите какие-то интересные образы, я вам советую купить кепку. И причем не черную желательно. Существует огромное количество кепок, цветов разных. И это выглядит намного интереснее, когда кепка в вашем образе не черная, а цветная. И градус стиля сразу такой оп-оп-оп. А, это было последнее? Девочки, мы закончили. В общем, что я хочу вам сказать. В личи очень много сейчас появилось платьев, которые даже стилизованы в кампейне как свадебные. И это вот реально из разряда, если вы не хотите сильно запариваться, и вы хотите что-то такое простое, очень элегантное, и цены невысокие. Если сравнивать с какими-то свадебными салонами, то это прям
вещи, мне кажется, были интересны. Опять же, напоминаю, что у меня нет человека, для которого я подбираю эти вещи. Отталкиваюсь от того, что нравится мне и что в моем вкусе. Не все эти вещи я бы себе купила, но мне они очень нравятся, и у меня есть какие-то представления о том, как это стилизовать. И на этом у нас, собственно, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на другие социальные сети. Все ссылки я оставлю в описании, в том числе и на вещи, и на свои социальные сети. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео. И все, всем пока. Увидимся в следующую пятницу.